Давно уже две жизни я живу. Одной внутри себя, другой наружно. Какую я реальной назову, не знаю, мне порой в обеих чуждо. Усваивают люди, взаимным обучаясь отношениям, что слишком залезать в чужие судьбы возможно лишь по личным приглашениям. Мне моя брезгливость дорога, мной руководящая давно. Даже чтобы плюнуть во врага, я не набираю в рот говна. Любил я книги, выпивку и женщин, и больше у Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен, теперь уже на книги нету сил.